Страной управляют казахи. Ни русских, ни украинцев, ни немцев, ни корейцев практически в управлении страной нет, начиная от районного акимата и заканчивая, не знаю, администрацией президента. И возникает вполне логичный, на мой взгляд, и обоснованный вопрос. Ну ладно, раньше вы плохо жили, потому что эти проклятые русские вам все время мешали. Но 30 лет – это очень большой срок. Как я уже сказала, за 30 лет страны, которые были просто голой пустыней, превращаются в цветущие на наших глазах просто государства. Кто нам теперь мешает, казахам? Вот мы же казахи, сидим с утра до вечера вон в акиматах, в налоговой, в таможне, не знаю, везде, в Академии наук, в конце концов, одни казахи сидят. Президент, в администрации президента, в правительстве одни казахи сидят. Кто нам теперь мешает построить нормальную страну? 30 лет нам никто не мешал. Да, смотрите, здесь ответ кроется не в этническом составе нашего правительства. И не в этничности, да, и тут я бы хотел тоже сделать небольшую ремарку, что мы не говорим, да, о том, что виноваты во всем русские и так далее. Здесь этничность этих людей здесь ни при чем, мы говорим о системе. Во-первых, один из пунктов, почему современное состояние экономической политики, современное политическое состояние Республики Казахстан, оно очень взаимосвязано с советским прошлым нашим, так называемым, или вообще с процессом колонизации. Первый пункт – это политические элиты. Современные политические элиты, в том числе президент нашей республики, Касым-Жомарт Кемелюлы Токаев, являлся членом Коммунистической партии Советского Союза. Он так называемая «золотая молодежь», да, родился в Алматы, тогда в Алмате, совершенно русскоязычный, в очень хорошей семье, ходил в хорошую школу и закончил элитный советский университет. Вот, и является совершенно по своему ценностному ряду внутреннему советским политиком. И это относится не только к нему, но и целой системе наших политических лидеров, которые являются, по сути дела, советскими политиками. Такие же и инструменты, да, политического регулирования, или как это принято называть в современной политической науке, decision-making, они и используют советские методы. Репрессии, это коррупция, да, возведенная просто в систематический характер, которая тоже нам досталась от нашего советского прошлого. Казахская ССР была индустриальна. Мы не должны, по их мнению, быть индустриальными. Что отличает высокоразвитые богатые страны от, как они нас называют, неразвитых, да, недоразвитых? Что отличает? Отличает наличие технологий и наличие промышленности высокого передела. За 30 лет вы видели хоть раз очередь из высокотехнологичных западных стран, которые бы, пришли бы к нам строить заводы? Вы видели, чтобы они там, давайте мы вам построим заводы, и вы будете богатыми и тоже технологичными? Нет. Во что они вкладываются? В собственную добывающую инфраструктуру, в свои нефтяные вышки, в свои месторождения.